Мотор, камера, поехали! Любимая, сегодня мы с вами будем делать макияж. И делать мы будем его вдвоем вместе с моей старшей дочерью. Она принесла свою косметичку, я свою. Значит, вот этот цвет, он не очень выигрышный. Мы на самом деле в реальной жизни очень красивые, яркие и эффектные женщины. А это освещение, я попробую, конечно, красиво потом это все оформить, делает нас менее привлекательными, но это нас не остановит. Куда мы смотрим? Вот сюда. Это нас не остановит. Помимо того, что мы будем делать мейкап, мы еще будем делать мукбанг! Ура! Давай, открывай. Еще у меня есть закуска, шоколадка, кусочки. И все. Ну, этого, я думаю, будет вполне себе достаточно, чтобы устроить маленький девичник. Но мы не будем объедаться, потому что мы же с вами куда идем? Мы идем с вами в ресторан. Поэтому будем делать все это очень и очень в охоточку и по чуть-чуть. Мне скажи идею этого видео. Ты мне так и не объяснила, что я здесь делаю. Ты будешь краситься по соседству. По соседству, окей. Это первый момент. И второй момент, ты мне поможешь из дневного макияжа, который я делаю каждый день, сделать вечерний. Вот в чем дело. То есть сейчас я сделаю свой традиционный дневной макияж, возьму Сашину косметику, значит, я показываю, что в моей косметике. Вот я даже, клянусь, не готовилась. Значит, вот немножко бардачок вот такой. Это я в Японии купила спонж. Это моя пудра, Dior, как он, не знаю. Здесь не будет никакой рекламы, абсолютно никакой. 2N. Тональные кремочки, значит, очень-очень темный крем для мэр. Я его покупаю вместе всегда со светом. Это, значит, второй. Кремочек для мэр, он более светлый. И я замешиваю один с другим обычно. Неси, сходи и мне вот. Я тебя закрою. А что с тобой? Все с тобой поможет? Она боится, может быть, у меня тоже что-то чего-то. Значит, дальше у меня хайлайтер, шампань. Две, я тоже не знаю, что это за фирма. Какие-то штуки для того, чтобы делать более мягкий макияж. И сейчас придет Александр и расскажет мне, что это за фирма. Dior блеск. Dior тушь, далее, Dior, на, как называется, Dior консилер, и все, любимый, какой-то еще карандаш, Sephora, вот, а, еще тушь для бровей, тоже не знаю, что это за фирма, Benefit. Вот и все. Это мой традиционный наборчик. Ура! Шампанское, шампанское. Ну, любимые, давайте. За ваше здоровье. С Новым годом, с Пасхой и днем рождения. И с 8 марта. Так, значит, потихонечку ты покажи пока, что у тебя есть. В твоем повседневном макияже. Так, ну, это моя единственный тональный крем, который я использую на данный момент. Это Dior. Он довольно-таки легкий, терапевтный. Это самая удобная упаковка для путешествий. Она не ломается, ничего такого. Я беру самую толстую кисточку. Ага. Знаешь, у меня очень такой скучный мейкап. У меня всегда одно и то же. Я особо не шипоголик, я не шоплюсь. Я всегда покупаю одну из них. И ты начинаешь его наносить. Я могу, например, свой, видите, он у меня все время в тональном креме, я не знаю, они, в принципе, и не отмываются, но я и не убиваюсь. Я просто пару раз и новый поставлю, пару раз попользуюсь и достаю дома. Ну, иногда это надо, конечно, честно. Так, значит, потихонечку мы с Александрой наносим базу, Я только что вымыла голову, высушила ее, сделала традиционную кичку. Для чего? Для того, чтобы просто потом это все развязать, и у меня будет красивенько. У меня тут уже не так какие-то. Так, я наношу это сейчас на руку. Я все вам расскажу, как это. Так, раз, два, ну, можно сделать три.
Дальше беру более темный цвет. Я всегда так делаю. Почему более темный цвет? Потому что мы сейчас находимся на солнышке. И вот этот темный цвет, посмотрите, буквально он настолько темный, что можно маленькую плюшечку. Вот так, да? Дальше я беру какую-нибудь палочку, любую, и начинаю вот так это все замешивать. Вот так я замешиваю. Я даже не знаю, куда нам смотреть. Нам смотреть вот сюда надо. Так, да. Надо смотреть именно сюда необходимо смотреть. Вот обычно у меня подходит этот тон под тон кожи, но поскольку сейчас у нас мы все красно-пятнистые, это, конечно, немножко другой оттенок получается. Но он тебя делает светлым, мне кажется. Ну, я обычно в 10 раз светлее. Вот так я беру остатки сюда. И вот этой вот кубочкой пока. Он довольно такой жирный. И вот так я его вбиваю. Вбиваю. Он такой жирненький. Но почему я хочу сказать, что мне нравится, что он такой жирненький? Объясняю почему. Потому что я сейчас люблю пользоваться очень автозагаром. Так как я берегу свое лицо, я наношу постоянно автозагар. А у автозагара, у него есть интересное свойство сушить кожу. Вот. Соответственно, кожа получается немножечко такая сухенькая. И вот этот мягкий крем, он как нельзя лучше, очень сильно увлажняет кожу и питает ее. Видите, все, раз и практически звезда. Звезда. Звезда, милочка. Вот так на шеечку нанесу. Нанесу на шейку. Так, раз. И вот так, и ушки. Дальше веки немножко промокну. Вот так. Промокну веки. Можно, кстати, и бровки промокнуть. Потому что многие визажисты рекомендуют так делать. Кстати, для тебя новинка на шлифте, да? Вот такое. Это Патрик Тан, двойная бронзер и мягкий контур. Не серовато. Но это же контур, да? Я им себе стала подбородка. Серьезно? Окей. У нас... Веку это мы его размазали. Да. И нашей гусиной шеи как будто бы и не было. Лебединый шейк. Давно, кстати, мейкап, который он снимал? Или он летом снимал? Снимал. Причем вы не представляете, ребята, эта ванна, она настолько огромная, она настолько большая и красивая, а здесь она выглядит как куцый какой-то шкаф. Шкаф, реально, гардеробный. Да, да. Чулочек. Впереди очень здесь. Мы хотели как обложка бук. Да, мы хотели YouTube блог. Думаем так же. Я полагаю, чтобы сделать именно как YouTube блог, нужно экстремально огромный. У меня, кстати, есть видео, где я под это делаю, под YouTube блог. И там получилось как так. Там была она именно длинная, вытянутая. И вот это все в душевые, они будут сзади, что это красивый товар. Они не любят. Любим, вот так, смотрите. Раз, 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 раз. И вот так. А ты кисти, да, любишь? Я люблю кисти. Ну, я спонжики тоже люблю, но они у меня значит, такими грязными становятся, мерзкими. И мне денежные. Но зато я откровенно все показываю. Вот, я не пытаюсь там сказать. О, вы знаете, я так люблю Ля Мэр, а у самой полный бутон Ля Мэр. У меня спонж тоже есть, но он такой... Ну вот он спонж, они такие бывают обычно. Это же я же не визажист, я же не пытаюсь сделать макияж разным людям. Это я. Я купила, нанесла на спонж 2-3 раза, значит, попользовалась, выбросила, новое взяла. Ну или стала стирать старое, если нет нового.
Вот если я люблю для Мэл, то он у меня пустой. Согласны? Да? А да, то показывают, я так люблю эту помаду Dior, открываю помаду Dior, а там видно, что нет следа даже. Мне это третья банка. Ты уж не надо обманывать своих подписчиков. Так и скажи, что... Значит, сейчас я беру консилер Dior. Так и скажи, что... И вот наношу сюда, вот в эти ямы, впадины. Когда ощущение, что ты не выспался, что я беру пудру к Шарлотте. Да. Кстати, я пользуюсь одной и той же кисточкой на все. Пудра, румяна, все разглажу. Да? Угу. Мне так лень что-то менять, искать. Ну, это правда. Хотя у меня есть разные. У меня тоже есть куча миллион кисточек, но в итоге я нахожу одну, которая по всему подходит. И... Я вот что хочу сказать. Смотри, я вот так носила. Я никакие темные линии не делала. Мне достаточно, в принципе. Вот так вот его высыпать. У меня такая маленькая картошечка, меня отвернула, что особого контуринга для носа не требуется, если честно. Ну, мне с носом тьфу-тьфу-тьфу повезло, что у меня особо тоже... Только я цвет задаю, чтобы он как бы не сидел, знаешь, отдельно от лица. Я всегда бронзер делаю по всему лицу и потом его над глаз тоже, чтобы все как бы в одной тоновой гамме. Немножко длинные фабрики марионетики чуть-чуть, просто губочки, и можно высечить. Все, ну так пальчиками так возьмешь, и вот так вот. А я потом, знаешь, что я еще люблю кисточку тоже, что, ну и также с фоником, после того, как я что-либо наношу, я потом беру обратно мою изначальную либо фоник, либо кисточку, и прохожусь, что если случайно я там нас заляпала, оно как-то все вместе блендится. Уже такая маркетичка курительная получается. Зачем, дорогая? Вот ты все, что было. Вот ты все, что было. Я вначале думала, что знаешь, было, оно прошло. Ну, наверное, оно и было, но я не знаю. А потом пошло куда-то дальше, и я такая, нет, не флогер. Короче, мне нравятся вот эти две штуки. Сейчас докажу. Как они называются? Я не вижу, как они называются. Ну, то есть я не понимаю, что это за фирма. Nuri's Matte. Nuri's Matte. Два номера. Один более коричневый, другой более розовый. Значит, доказательство, что мне они нравятся. Открываю, 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 все. Жопа как бы осталась. Не выезжаю дальше. Потом беру маленькую скошенную кисточку вот такую. И вот так смотрите. Да, я набрала, набрала, набрала. И вот так вот. Раз, 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 раз. И так как раз носик? Я вспомнила, когда я была маленькая. Но я вот мне было лет 10, я как бы английский понимала нормально. А ты, по-моему, еще изучала английский на тот момент. И ты начала петь какую-то песню 50 центов в метро. Типа лик-лик-лик мой. Да, ну ты не знала, что это значит. И ты на все метро начала это петь. В Америке? Нет, это в России были, мы на эскалаторе. В России тоже. Получается сразу довольно свежий такой образ, что ты можешь даже не наносить никакую тушь ни на брови, ни на ресницы, а просто можно нанести помадку и пойти. Но
мы, раз, коль уж мы тут все собрались, берем розовую, такую же. Армянную? Да. И тоже у меня вид закрытый остался. Вот так вот, раз, два, три. И чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Он придаст просто такую свежесть. Можно немножко на носик. Чуть-чуть, да? Подбородочек. Так. Я это сделала. Сделала. Если у вас у кого-то либо зеленые, либо голубые глаза, ну любые, ну именно к цветным глазам этот, эти оттенки очень красиво подходят. А Dior палетка, вот такая вот, это моя ежедневная. Потому что коричнево-красные тона теплые, к цветным глазам очень хорошо. Кстати, мы попутались, по-моему, сегодня помимо Dior. Ты знаешь, у меня всего две вещи от Dior. У меня только тональник и тени. Но мне нравятся их помады еще, которые такие блеск. У меня их нету, закончился. Так, Christian Dior, тон 02, шампань. И вот тоже видно, что человек пользовался. Я никого не пытаюсь обмануть. Значит, что мы с вами делаем? Дрын-дрын-дрын. И вот на сиропу вот так вот. Раз. А это? Да. И все, и вот я как бы мне достаточно хайлайтера. А у меня хайлайтер, что есть под боком, только лайтер. И у многих людей там по миллион хайлайтеров. Хайлайтер, смотрите. Я сердар показываю. Далее мы с вами, во-первых, Шанель. Раньше я это взяла. До него надо дорасти, дочка, дорасти. Такой бабский. Бабский. Очень удобно. Благодать. Конечно, довольно такой зимний. Так, бенефит беру и наношу на бровки. Я беру свою любимую тушь от L'Oréal. Дешевая. Ну, кстати, у L'Oréal очень хорошая тушь. Очень. Я покупала самые разные дорогие, это все. Да, L'Oréal всегда выигрывает. Единственный вопрос я задавала, я, ну, допустим, консультанты подходят, я их спрашивала, Саша, почему они такие крутые, эти L'Oréal, чем же тогда все остальные люксовые туши лучше? Ну, консультанты обычно говорят, добавка. Что в эти Dior Chanel входят различные компоненты. Ну ты знаешь, я пробовала разные туши, я не сказала, что у меня от чего-то расклеились ресницы. Да? Какие были, такие ну, кстати, были. Да. Кстати, да. Что надо. У меня претензии к туши всего две. У тебя такие длиннющие ресницы, что у тебя? Мне не нравится, что они мне постоянно, что бы я ни делала, как бы я ни припудривала, наносила бы я различные там базы или нет, мне не нравится, что у меня постоянно отпечатывается тушь на сверху еще и снизу. Я извиняюсь за свои сухие губы. Не знаю, что с ними делать. Кстати, что все, кто набивал гелем, ты знаешь, когда ты делаешь изначально, я кому интересно, я делала два раза. Последний раз я делала. Ну, Саша, это очень всегда. Ну, это было 7 лет назад. 6-7 лет назад. Это редко идет. Но у меня уже все практически. Ну, ушло у меня все. Ну, практически. Да. А, внизу точно все, что тебе действительно хорошо. Но я уже 7 лет. Пойдет не надо. А, 7 лет ничего не делаю. Но когда ты изначально делаешь, да, у меня все сушится. Если вы увидите у меня снег по волосам, это я забыла путевку рыбий жир. Жир свой, блядь. У кого такая же сухая кожа, я понимаю, в этом плане. Тут
вот по поводу ресниц, повседневного макияжа, просто я делаю вот так. Ты нижние ресницы красишь? Нет, я тоже не красила. У меня настолько все свои длинные черные ресницы, что я аж так немножко пометить, так сказать. Я была пару недель назад в блондинке, и мне нужно было светлые брови делать. А сейчас я обратно пришла в брюнетку. А когда ты успела на это Да, я покрасилась обратно в брюнетку, две недели. А до этого? Ну, я в дикий больнице пришла. 2 месяца. Ну, вот так. Я раз. Посмотрите, какой свежий. Потом я делаю против всяких правил. Я беру блеск. В принципе, не важно, как. В данном случае вот так вот наношу. Вот так вот делаю. Хотя как бы блеск нельзя вот так делать. Не нужно размазывать. Потому что считается, что блеск носишь как игрушку. А ты чем не носишь? Единичная помада. Так, раз. Но если я чуть-чуть притронусь карандашом, то получается, что хайлайтер съедает объем губ, они становятся тоньше. Соответственно, чтобы этого не было, я беру карандаш. Карандаш от MAC, я вот так беру снизу. Видите? Чуть-чуть у меня тут. И губы я добавляю. И бантик свой вот этот сверху. Такое сердечко. Я так его раз, раз, раз. И так его. Ну, мы, кстати, с тобой быстро будем красить сегодня. Да. Знаешь, люди иногда побочка. Все. То есть вот этот бантик я делаю поверх блеска. Не сначала, а поверх. Объясняю почему. Получается более естественно. Смотрите. Ну, куда лучше же все это, согласитесь. Далее я беру кисть. Кисть совершенно обычная. Кисти я покупаю все подряд. Открываю свою тушь. Вот. И буквально чуть-чуть я немножечко так буквально такую тезлую. Теперь вот это мой обычный повседневный свежий макияж. А ты? Вот у тебя это что? Обычно повседневный свежий макияж. Или это не совсем? Ну, такое. Такое. Так, а можешь ты мне теперь из моего дневного макияжа дать какую-то маленькую деталь из своего, из своей косметички, чтобы у меня получился уже вечерний макияж? Вот порекомендую. Какую-то блесточку, допустим. Меня так поставила на доспот. Я не знала, что у нас вот такие. Даже есть какие-то блестки? Нет, в том-то и дело. Может быть, мне просто достаточно маленький, так сказать, этот штрих. Ну вот смотри, можно что-нибудь каким-то чуть темнее тебе сделать немножко акцент. Можно, если бы у нас были блестки, но у меня нету блесток. У Серафима принесла косметичку, у меня есть блестки. У Серафима я могу сказать. Значит. Здравствуйте. Меня не было на каналах YouTube давным-давно. Я даже не знаю, куда это видео будет. Потому что я отучилась быть на камере. Но мама заставила. Да, я считаю, что ей нужно возвращаться. Тебе, у тебя есть армия своих фанатов. Там, есть вот такая блестюшечка. А это я семья отдала. Есть зеленая блестюшечка. В каком настроении? Цвет настроения зеленый. Сделай себе стрелочку.
Я боюсь, что это будет как-то пошло. Может, это будет пошло. Ну, если уж пошло, мы собрём его, чтобы белка. Белка! Можно всегда какую-нибудь красненькую помаду. Кстати, я нашла приложение одно, которое вырезает палку. Если ты замолчал немного, пошли красишь, Лёжа не получится. Знаешь, у меня столько вещей в кислотичке, что хрен что-то найдёшь. Я хочу, чтобы вот так держался. Я поищу. Можно всегда ресницы доклеить по варианту. Это понятно. Вот такой быстрый экспресс. Окей, быстрый экспресс я могу себе сейчас сделать. Это подводка стрелочкой. Ну давай, сделайте себе. И сделаем быструю стрелочку себе. Так. Раз, два, три. Я вот с какого-то времени перестала делать стрелки. Хотя они мне очень хорошо. Ну, просто время. Но вообще их сложно делать красиво. Сложно, потом одну сделаешь, вторая не получается. Да, это страсть сплошная нервотрёпка. Поэтому я не буду рисковать зеленым, просто вот сделаю. Просто сделаю вот так. Если честно, иногда такие мысли возникают, переходить на съемку через телефон. Потому что это настолько просто, настолько быстро. Я просто вот такие любимые, видите, рисую кисти. Они такие просто практически прозрачные, но при этом позволяющие делать смелые мазочки. Театральные. Можно еще, кстати, добавить, у меня еще есть коричневый карандашик, можно, в принципе, добавить вот тут сюда подводку. Ну, это самое ровное, что на сегодня. Если я буду их больше трогать, то они пойдут не направо. Это знаешь, как начнешь озабачиваться, в итоге тоже получится. Ну, значит, я беру карандашик обычно, и вот так немножко. Если я хочу сделать ближе на что-то к вечеру. Так. Не признавайся. Я просто не видела тебя в процессе, что когда я посмотрела вверх, я видела серебряные стрелки, я не знала. А что? Что ты имеешь против? Мне не нравится, как они называются. Мне кажется, они должны быть такими, как бы, знаешь, ну, навещающими. Авангардные. Да. То есть, чтобы они сразу поняли, что в ресторане, что нам нужно дать лучший стол.
женщина пришла не просто. Мы притворяемся, что мы влюблены? Нет. Меня вот не впечатлил человек. Эти пирожные, они, знаешь, особо не рассчитываются. Мы вчера были с Александром в ресторане, и она им сказала, что они день рождения. Ну, правда, было 2 месяца назад. И они вынесли петарду вот эту вот, которая, значит, тогда пушилась, и совершенно примитивный какой-то там кекс. Поэтому, ну, тебе нужен этот кекс. Ну что, ты можешь мне что-то добавить? Мне хочется больше хайлайтера в волосах. Возьми мне. Ты можешь мне исправить? Мне не хватает... Исправить вот этот вот. Не хватает какого-нибудь внутреннего... Вот у Саши у нее больше есть. Если бы она была понастойчивее, она могла бы туториал вести на других языках. Но она не настолько вас. Да, ты права, кстати. Она сразу же выдает какую-то, да, Ну, сейчас уже не как бы, хуже не будешь. Поэтому можешь смело добавлять красок жизни. Ну ты такой кенвас себе задала, что это, знаешь, задачка непростая, да? Простая, я тебе скажу. Ну, я же дама такая. Непростая, с претензией на что-то грандиозное, великое. Нарциссичное, стероидное, так сказать. Ну ладно, давай, поцелуем нашим зрителям. Cheers. И ты вот скажи, ты будешь выходить периодически в эфир? Потому что ты даже слуха. Ну, я не хочу никаких обещаний давать. Предательски покинули. Ладно, моя любимая, мы попросим Александру возвращаться на ее YouTube-канал. Я оставлю обязательно ссылку в описании на ее YouTube-канал. И как только она почувствует внутренние силы, да, и вот такое, ты почувствуешь, что из тебя ты фонтанируешь энергией, которую ты бы хотела разделить со своими зрителями. Ты обязательно будешь, а? Хорошо. Все. Целую вас и обнимаю. Подписывайтесь на мой канал.